Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Иркутская область – один из самых проблемных субъектов страны по выделению жилья детям-сиротам. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин. Ведомство контролирует расходование бюджетных денег на квартиры для выпускников детских домов, а также качество жилищ. Демешин отметил, за последние полтора года прокурорами Сибири и Дальнего Востока в суды направлено свыше 4000 исков по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Хлеб дорожает в Иркутской области. Только стоимость сахара в этом году увеличилась на 30%. Больше тратят производители на электроэнергию, отопление, бензин. Как следствие, рост цен на хлебобулочные изделия произошел во многих городах. В Иркутске один из производителей еще месяц назад сообщил, что из-за длительного сдерживания отпускных цен и роста стоимости сырья увеличит стоимость своей продукции. И в подобной ситуации возникает дискуссия о том, чтобы заморозить цены на хлеб, ведь он является продуктом первой необходимости. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. 22, 23, 24 декабря во Дворце спорта «Ирмак» распродажа шуб «Город Пятигорск». Норка, мутон, дубленки. Меняем старую шубу на новую. Кредит, рассрочка. Граждане-покупатели, внимание! Компания «Салют» объявляет предновогоднюю распродажу. Огромный ассортимент фейерверков, 1500 наименований, новогодние скидки и акции, акция «Суперцена», акция «Сибирская пиротехника», акции «Триколор» и «Суперсалют». Всего по акционным ценам предлагается более 600 наименований фейерверков. Цены по акциям снижены от 20 до 50%. Адреса магазинов, участвующих в акции, на сайте «Сибирская пиротехника». Я сказал... Супермаркет «Любимый». Огромный ассортимент продуктов производства России, Европы и Азии. Мясо, колбасы, сыры, чай, кофе, товары первой необходимости и премиум-класса. Тысячи наименований проверенного качества. Для праздничных дат, игрушки и свежие цветы. Супермаркет «Любимый». 212-й квартал, строение 5. Бережное и профессиональное лечение суставов и позвоночника в клинике доктора Алеховой. Консультации ревматолога, травматолога, хирурга. В клинике Алеховой УЗИ-диагностика, доплеровское сканирование и лабораторные исследования. Инновационные методики и индивидуальный подход. Клиника Алеховой, 30-й микрорайон, дом 7. Двадцатое декабря отмечен в календаре как День работников Федеральной службы безопасности. В текущем году ведомству исполнилось 104 года. Ксения Высоцкая пообщалась с одним из ветеранов ФСБ Анатолием Кудиновым. Бывших военных не бывает. Анатолий Владимирович ушел в запас 53 года, но до сих пор готов прийти, если понадобится. Начал карьеру сразу после школы. Окончил высшее военное авиационное инженерное училище в Воронеже. В 1984-м зачислен в органы КГБ СССР, а после специальных курсов получил направление в Иркутскую область. Жизнь в гарнизонах для нас было в порядке вещей. Города мы видели только по телевизору и на картинках, или когда ездили с родителями в отпуск там куда-то. А так гарнизонная жизнь меня вполне устраивала, удовлетворяла. И я считал, что все так должны жить. Это просто специфика детей, семей военнослужащих. И я поступил вполне осознанно. Никто меня не понуждал, не принуждал, ни папа, ни мама. Там были советы родительские однозначно, не так, что меня пустили там, что хочет и твори. Нет, конечно. Советы родителей, конечно, были. По какой специальности пойти и чему посвятить жизнь. Но Анатолий Владимирович всегда знал, что хочет служить Отечеству не за награды и материальный статус. И были такие годины, когда денег не платили. Но не разбежались же с армии, понимаете? И с нашей структуры не убежали. Было такое, что тяжело было жить. И на гражданке было тяжело, и в войсках было тяжело жить. Но по-прежнему выполняли поставленную боевую задачу, служили.
отечеству. Анатолий Кудинов – кавалер нескольких наград. Здесь присутствуют медали такого плана, что это то, что я 20 календарных лет выслужил, прослужил в Министерстве обороны и Комитете госбезопасности, Федеральной службе безопасности. Это медаль Жукова, это медаль, самая первая моя медаль, это офицерская, когда тогда им вручали, сама 1988 год. Это я прослужил 8 лет уже офицером, это самая первая медаль, это сама 60 лет вооруженным силам. Есть такой праздник 23 февраля, сейчас он называется праздник защитника Отечества. Тогда он назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот это моя первая медаль. Потом это медаль 100 лет военной контрразведки. И эта медаль, это 95 лет контрразведки Иркутской области. Это Управление Федеральной службы безопасности по Иркутской области. Но одной из самых главных офицер считает знак о получении высшего образования серпом и молотом. Я им горжусь, я этой символикой очень дорожу. Все, что связано с моей молодостью и с расцветом, я скажу так, нашей страны в период самосоциалистического пути развития, это для меня дорого. Я считаю, что это были весьма достойные годы. Несколько раз был в горячих точках. В частности, из Ангарска отправляли в командировку на Северный Кавказ. В Сибири служба проходила спокойно, однако были любопытные случаи. На одном из ушедших вагонов с Ангарска в наушках было выявлено взрывное устройство. Проводились комплекс мероприятий по выявлению лиц, которые это взрывное устройство. Оно не муляж, ничего, действующее взрывное устройство. Это был ноябрь, как раз вот такое время. Ну, сейчас декабрь, ноябрь. Волей судьбы не прогремел взрыв, благодаря четкой деятельности наших коллег с Республики Бурятия. У ветеранов ФСБ двое сыновей. Но если они не стали связывать жизнь со службой, то внук планирует идти по стопам деда и поступать в летное училище. Сегодня Анатолий Владимирович принимает поздравления от руководства города, родственников и коллег. Я весьма доволен судьбой, что так оно сложилось. И если бы мне довелось повторить жизнь сначала, я не для красного словца это говорю, но я бы одел погоны. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. Чествование ангарских спортсменов и тренеров, которые отличились достижениями в уходящем году, проходило во Дворце ветеранов Победа в течение 2 дней. Награды получили почти 170 человек. Во Дворце ветеранов Победа многолюдно. Собрались выдающиеся и юные спортсмены Ангарского городского округа. Награждение проходило 2 дня. Почти 170 человек получили награды в 11 номинациях. Мероприятие посвящено именно достижению детей, которые достигли в 2021 году определенных результатов. Как вот, допустим, юность заняла на областном турнире «Золотая шайба», 2-е место. Также здесь ребята находятся с Ермака, 2006 год, которые заняли 2-е место, по-моему, на Сибирском федеральном округе. То есть и также команды по футболу здесь. То есть мэр будет вручать сегодня награды за достижения за 2021 год. Среди награжденных победители чемпионата и первенства мира по тайскому боксу. В Таиланде они завоевали 2 золотые медали и 1 серебряную. Среди дворовых команд отметили команду спортивного клуба «Юность». На награждение ребята пришли в форме своего клуба, ведь это сплоченная команда. Мы приглашаем на сцену для награждения дворовую хоккейную команду «Юность». Ребята получили благодарность за серебро, которое завоевали на областном турнире «Золотая шайба». Юные спортсмены уже строят планы на будущие победы. Год предыдущий у нас, следующий, вернее, будет более насыщенней. Также впереди «Золотая шайба», определенные турниры, где ребята уже будут достигать новых целей. Слова благодарности получили тренеры команд и ветераны спорта. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск.
Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54 88 07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в наших группах ВКонтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем Инстаграм-аккаунте Ангарск_360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Здравствуйте, это погода на канале Ангара Медиа, и я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 21 декабря снежно. В обед температура воздуха составит минус 9 градусов по Цельсию. В темное время до минус 15. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. В Листвянке такая же погода. Днем до 11 мороза. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник снег, в течение всего дня прогнозируют синоптики. Днем 19 градусов ниже 0, ночью минус 27. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду.